Добрый день! С вами вновь Дмитрий Курганов, компания «Ист Машины». Сегодня я вам представлю очередной обзор трактора «Lavolt» модели 2604. Это трактор мощностью 260 лошадиных сил, тяговый класс 4. На сегодня это самый мощный серийный трактор в линейке «Lavolt». В базовой комплектации данного трактора представлен турбированный дизельный двигатель Command Rail объемом 8,8 литров. Механическая синхронизированная трансмиссия 18/6. Механический ВОМ. Кондиционер. 4 пары гидровыводов. Воздушный компрессор. Сдвоенные задние колеса. Поговорим о деталях. Аксиально-поршневой гидравлический насос производительностью до 140 литров в минуту. Дополнительные кнопки управления навеской на задних крыльях. Топливный бак на 480 литров. Запаса хватит на целый день работы. Задняя трехточечная навеска грузоподъемностью 6,6 тонн с датчиком позиционирования. Кстати, при подъеме навески из рабочего положения в транспортный, ВОМ отключается автоматически. Заглянем с вами в кабину. Панорамное остекление кабины обеспечивает обзор на 360 градусов. Современное решение для приборной панели – ЖК-дисплей. Камера заднего вида. Установлена навигационная система точного позиционирования. Обновленный блок управления задней навески. Удобный рычаг электронной системы подачи топлива. И еще важная деталь. Максимально допустимый вес трактора – 11 тонн. Все узлы и агрегат сделаны на собственном производстве «Lavolt». Кто еще может позволить себе такое? Все это делает трактор «Lavolt 2604» идеальным энергетическим средством для любого хозяйства, от небольшого фермера до крупного холдинга. Доступность, простота, надежность – это девиз «Lavolt».